Ну вот они какие уже. Цыпы, цыпы. Выходите гулять. Вот они какие наши цыпы. Говорю, теща, давай стул выкинем старый. Хай стоит. Цыпули. Все, они начали давать яички. По 2-3 в день. Ну, пока окрепнут. Это тетра. Мясо-яичная порода. Да, 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 что ты мне рассказываешь? Гребешки уже у них покраснели, стали нормальными. Вон какая бежит, оперившаяся. Ну, им еще надо, да, конечно, набрать перо. Кое-какие хорошие такие уже есть, вон под кустами пасутся. Ну что, надо поработать идти. Пора работать, потом курятник убрать раз в недельку. Галине привет из Белгорода. Дай всем Маншук, Наталье, еще Галине, Евгению. Всем друзьям привет. Ага, вон ходит. Это София. София. Софа. Сонька или это Маргоша? А вот они вдвоем, они друг друга как-то дружат, ходят все время вместе. У Марго на головке вон помечена, вот слева Марго, вот это вот она такая вечно испуганная. Да, Маргуша, она совсем низ лысоватый, но интересно, у них перо растет, оно выбивается вот в этих вот, в этих, как сказать, не знаю, остях. Да, Маргоша. И вот Софи. Ну и, собственно, так, тут разгрузил. Светлана Трудяна. Трудяга. Все посадила. Получается, все посажено у нас. Вплоть до дынь. Вот копанку делать надо. Объем хороший тут, 9 кубов. Она вон борта уже сыпется. Надо, так сколько, 7 лет доски простояли. Так, посмотрим, клубника цветет вовсю. Ой, так, тут огурцы вот это вот. Фасоль, горох. Укрыли от возвратных заморозков, во-первых. Во-вторых, чтобы оно не отдавало влагу. Влага остается там, не испаряет через панбонд этот. В-третьих, от сорняков. Чтобы не было как на лугу там. И, в общем-то, работает все. Светланка свеклу чем-то удобрила. Вот смотрю, ее она, наверное, пообработала. Свеклу. Блин, да, она и картошку плоскорезом прошла. Да, в этом году картошка быстро взошла. Наверное, все совпало. Лук. Тут даже не знаю, огурцы, наверное. Посмотрим. Лучок пошел. Он так и остался в наклоне влево, к солнцу ближе. Тоже закрыла, закрыла все. Тут немного, ну, сотки 3-4 будет. 4, наверное, померить. Помидоры, тыквы. Наверху кабачки, где дыни, потом спросим. Тут убрать надо. В общем-то, посевная и закончена. Это верхний. Это был у нас когда-то вот этот верхний участочек, только небольшой. Вот по клубнику, вот от машины и вот, вот так вот по этот заборчик. А стал, да, 100 метров на 15 метров.
все, что нам дали под ЛПХ, и за это спасибо. Бархатцы отсадил, еще рано на них смотреть. Здесь помидоры, здесь кабачки. Так, тут доски надо. Яблонька отцвела. Ну, посмотрим. По завязям посмотрим. Отцветет, я еще чистым садом обработаю. Опрыскаю. Благо, это недолго. О, соседушка наша. Такие хорошие у нее цветы. Из-за рубежа присылают ей родственники. Тюльпаны какие-то голландские. Молодец. Красота. И домик. Всем добра. Живем дальше.